на конкурс «Дети читают стихи» для Лабиринт.ру. Читает Чудиновских Александра, 5 лет, город Москва. Константин Бальмонт. Снежинка светло-пушистая, снежинка белая, какая чистая, какая смелая, дорогой бурную легко проносится, Невы лазурную на землю бросится, лазурь чудесную она покинула, себя в безвестную страну не зрынула, в лучах блистающих скользит умелая, средь хлопьев тающих сохранно белая. Его качелями она утешена, с его метелями крутится бешено. Но вот кончается дорога дальняя, земли касается звезда кристальная. Лежит пушистая снежинка белая, какая чистая, какая белая.